На торжественное вручение почетной грамоты в Кремле от Анапы прибыла целая делегация. Почетные граждане города, ветераны войны и труда, представители депутатского корпуса и общественности. Сначала была торжественная часть. Приглашали главу муниципального образования для вручения грамоты. Приглашали ветерана и представителя молодежи нашего города. Волновались мы все, потому что, наверное, один раз в жизни удается попасть на такую церемонию, один раз в жизни удается попасть в Кремль. То, что произошло 4 года назад, это одно из важнейших событий в жизни нашего города. Возвращение делегации из Москвы город ждал с нетерпением. Торжественный кортеж со свидетельством города воинской славы приветствовала вся Анапа. Каждый год Анапа добивается новых достижений, но день присвоения звания города воинской славы – это особая дата, великое памятное событие.